Свежий воздух, спорт и добрые друзья рядом. В Люберцах прошла открытая спортивная тренировка, принять участие в которой мог любой желающий. Такие занятия организованы при поддержке окружного спорткомитета, а проводят их члены военно-патриотической организации «Русский лад». Вытягиваем ножки и на руках мы опускаемся. «Спорт в каждый двор» – уникальный проект, разработанный сотрудниками спорткомитета городского округа Люберцы. В рамках программы тренеры предлагают всем желающим принять участие в комплексе простых физических упражнений. В рамках данного проекта мы стараемся привлечь максимальное количество жителей нашего города к занятию физической культурой и спортом, активизировать, скажем так, занятия спортом, физической культурой именно на дворовых площадках, не на специализированных объектах. Для реализации программы «Спорт в каждый двор» организаторы проекта стараются привлекать к занятиям на свежем воздухе общественные организации и профессиональных тренеров. Тренировки различного формата, то есть это как общая физическая подготовка, так и какие-то узконаправленные, то есть будут тренеры по тайскому боксу, соответственно, по гимнастике также проходили мероприятия. Все это служит одной единственной целью, чтобы мы оживили спорт во дворах в Люберцах, чтобы люди вновь приобщались к здоровому образу жизни. Спорткомитет для проекта сотрудничает с фитнес-клубами округа. Те предоставляют тренеров для проведения как элементарных физупражнений, так и сложных мастер-классов по различным спортивным дисциплинам. Просто общефизическая подготовка, приседания, отжимания, подтягивания, все именно на технику идет. Показываем, рассказываем. Мы обычно в конце каждого мероприятия мы вручаем небольшие грамоты лучшим участникам мероприятия. Подобные тренировки во дворах развивают в детях физическую выносливость и спортивные навыки. Мы там бегали, кругов делали захлесты, упражнения на трицепс, пресс делали, планку, отжимания, приседания. Все занятия во дворах проходят бесплатно. Любой желающий под наблюдением профессиональных тренеров может принять участие. В планах проекта «Спорт в каждый двор» дальнейшее развитие не только в Люберцах, но и по всему городскому округу. Екатерина Скрижалина, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.